Мы, с моей точки зрения, человек, севший за руль автомобиля, это устройство повышенной опасности, берет на себя дополнительную ответственность. И он должен быть, не должен представлять опасность для граждан. А мы видим каждый день информацию о том, как пьяный мерзавец стал причиной гибели людей. А введенный закон не отменяет сухого закона. Он вводит гарантии против того, чтобы под ответственность за нарушение сухого закона не попали люди, проверку которых осуществляли там не очень откалиброванными устройствами, с тем, чтобы выпитый с утра там полбутылки, стакан кефира не привел к тому, чтобы их задержали как нарушителей сухого закона, он просто был приведен в соответствии с реалиями для того, чтобы отделить людей, выпивших спиртное, севших за руль пьяными, от тех, кто добросовестно соблюдает закон, но при этом условия их жизни приводят к тому, что у них в их дыхании есть содержание C2H5OH.